Кавказский темперамент и чарующая восточная грация. 1 февраля Российская государственная цирковая компания представила новый проект «Легенда цирка». Это сложные неповторимые трюки, мощное динамичное светомузыкальное сопровождение, красочные номера и роскошные костюмы. Репортаж с места событий. В зрительном зале «Аншлаг» ни единого свободного места. Все в ожидании начала нового представления. Эта программа сочетает в себе фантастический конный аттракцион, которому нет равных в России, и классику знакомого с детства советского цирка. Клоунов, воздушных гимнастов, жонглеров, дрессированных животных. Четвероногие артисты буквально собирают овации. Все, что они творят на арене цирка, кажется просто невероятным. Немецкие боксеры играют в футбол. Медведи с легкостью решают сложные головоломки, играют на музыкальных инструментах и соревнуются в спортивных конкурсах, а Гибон Гоша дарит своим зажигательным мексиканским танцам море положительных эмоций. Просто дети были в восторге, только сидели. Мы очень довольны. Медведь нам понравился, да, как танцевали. Понравился и медведь. Больше всего, когда на велосипеде катался. Волшебная программа, всем рекомендуем. Поразила зрителей воздушная гимнастка Любовь Ульянкина. Она будто танцевала под куполом цирка, кружась в балетном фуэте. Гвоздь программы – конно-акробатическая композиция под руководством Тамерлана Нукзарова. Это единственный в России конный номер в жанре почта-половецкие пляски. Там бывает до 20 лошадей. Такого у нас нет. Самый тяжелый труд вообще в искусстве – это балет и цирк. Там вы не схалтурите. Легенда на то и есть легенда, чтобы удивлять бесконечно. В этот раз Тамерлан Нукзаров продемонстрировал высококлассную дрессуру леопарда. Вторая часть шоу была не менее яркой. В ней зритель увидел настоящий спектакль. Тверской цирк продолжает принимать поздравления по случаю своего 95-летнего юбилея. С приходом нового руководителя, молодого, энергичного, все изменилось. За добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в развитие и сохранение циркового искусства награждаетесь благодарностью Государственной Думы. А директор Тверского цирка Галина Кириллова обрадовала зрителей новостью о появлении льготных категорий билетов. Без сомнений, новую программу стоит увидеть каждому. Не пропустите легендарное шоу в Тверском цирке.